Всем привет из Киева, столицы Украины. С вами Виктор Фурсов. Сегодня 10 июня 2019 года. Сегодня в нашей лаборатории интересное массовое размножение насекомых. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Его я обнаружил в ботаническом саду имени Фомина, около метро Университет, на лужайке с магнолиями. И вот это все там бегает сейчас по магнолиям, потому что собрал я этот материал неделю назад и положил в баночку специальной целью. И вот появилось такое чудище, такое огромное количество насекомых. Что же это за насекомые? Оставайтесь с нами, и вам станет ясно и понятно. Итак, раскрываю секрет. Это личинки. А вот чьи же это личинки? Сейчас мы поправим листик. Их тут много. Вот все они розовые такие. Их тут миллион. Не меньше. Они размером с клещика. Где-то вообще размером меньше, чем полмиллиметра или около полмиллиметра. А вот его мама, которая здесь рядышком лежит. Мама, вот видите, белый такой кокон. Это не кокон совсем, это яйцевой мешок. А вот рядышком вот еще одна мама лежит. Тоже белый такой мешок. И вот еще третья и четвертая. Итак, раскрываю вам глаза на это страшное явление, которая появилась на магнолии, нашествие насекомых на магнолию. Не уверен, что сейчас находится там, но пройду в ближайшие дни и посмотрю, что еще осталось от магнолии. Итак, это насекомые называются кокциды или кокцидовые, относятся к большому надсемейству кокоидея, червицы и щитовки. Не могу точно сказать, какое здесь семейство, потому что я не специалист по кокцидам. Я специалист по перепончатокрылым, и семейств в этом группе очень много. Они достаточно похожи друг на друга, но отличаются, безусловно, своим специфическим поведением. И я хотел собрать на этих насекомых их на естественных паразитов, наездников. Хальцид, который поедает этих вредителей. Вот видите, из чего же они состоят. Я собрал их достаточно много на листиках. И вот через неделю из-за вот этих вот белых плямок, из вот этих белых мешочков начали вылезать вот эти вот чудовища. Вот эти чудовища, заполонившие всю мою коробку. Видите, их здесь тысячи тысяч. И без всякого преувеличения, и пришлось их ссыпать просто с дна коробки таким слоем в пол сантиметра. И они очень быстренько, аккуратненько разбегаются. Это личинки кокцид, которые питаются растительными соками. И кокциды, это надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых, содержит до 3000 видов насекомых, известных в науке, питаются растениями, и поэтому они считаются вредителями. Так что наверняка на магнолиях они начнут приносить вред, и возможно магнолия будет немножко подсыхать, листики ее будут портиться. Чем же их особенность? Дело в том, что, видите, вот сам яйцевой мешок достаточно крупный. Сейчас я положу другой листик, который более характерный, еще не совсем рассыпавшийся. Итак, отодвину этот с личинками. Сейчас мы их пододвинем вот такой вот. Сначала под микроскопом посмотрим потом. Вот, видим. Видите, с левой стороны это тело самки. А это огромный яйцевой мешок, вот такой пушистый. Вот здесь другой, пожалуйста. Вот здесь вот третий, наверху. Мы видим это тело самки, а это яйцевой мешок. И так их было легко обнаружить на нижней стороне листьев магнолии, потому что их можно иногда принять здесь даже за какие-то погадки птиц, за помет птиц. Но энтомолог тут и не проведешь. Энтомолог сразу заметит, что это насекомое. И поэтому я их собрал для такого анализа на вредителей. Видите, вот здесь лопнул яйцевой мешок, из него повылезали все эти огромные личинки. А здесь они без питания уже прекратили свое существование, вот эти самочки. И из яйцевых мешков созрели яйца, и из них вылупились вот это огромное количество личинок. Сейчас покажу на рабочем столе, как они выглядят в большом количестве. Вот видите, когда они вылезли на листик,
Весь лист покрыт огромным количеством личинок, которые передвигаются достаточно медленно и в то же время достаточно быстро, с тем, чтобы заселить все растение или чтобы их ветром перенесло на другое растение, с тем, чтобы они подпитывались заново. Вот видите, они потихонечку и путешествуют. Как я сказал, размер 0,5 мм розового цвета. А вот это вот их родители. Немножко тут уже погибшие. Вот это щитовочка. Тот, кто может определить примерно по хозяину, по растению, какие виды развиваются самые любимые на магнолиях, пожалуйста. Добрый.